Сегодня здесь проходит Барберфест. Это фестиваль барберской культуры. Мы собрали на одной сцене знаменитых белорусских барберов, звезд из России и Украины и пригласили Джоша Ламонаку. Ребята, кто в теме, не надо объяснять, кто это. Это самая востребованная, самая желанная звезда в любой точке планеты. И сегодня эта точка – Беларусь. Миссия Феста, которую мы поставили перед собой, это объединить, дать возможность ребятам профессионально расти, раскачать эту индустрию, дать больше драйва, больше движа. Я считаю, у нас это отлично получается, то есть мы собрали отличное шоу, впереди еще у нас ждет Барбер Баттл. Мы дали возможность ребятам с рынка, поставщикам, участникам, барбершопам выставиться, показать себя, поделиться опытом, ну и прокачать себя. Сегодня мы замахнулись и взяли звездочку, и мы задали себе хорошую планку. Теперь надо держать ее, и мы будем ломать сильно голову. Как... Чтобы быть на том же высоком уровне. И еще выше. Я думаю, мы будем расширяться, делать больше, масштабнее, может быть, перейдем к двум дням. Но в любом случае, эта идея должна расти.